Ну что перед первым туром? Все, как обычно, замешивают прикормку централизованно, все поделили. И одни и те же составы мешают прикормку. Потом разбирают вещи, делим мотыля. Поплавки, литр мотыля, не более одного литра мотыля. И остальное может быть червяк, опарыш там. Ну, червь тоже имитирован, если не ошибаюсь. Кажись, 0,5 червя максимум разрешено. Или это фидери. Я уже чуть-чуть путаюсь с этими всеми правилами. Ну, фидери 2,5 литра живого компонента, поплавки 2 литра. Из них не более литра мотыля. И не более 1/4 под насадку. Есть специальные баночки для насадочного мотыля. Так что вот такой объем. Мы тренировались один день, первый. И ты просто сидишь в 5 метрах от соседа, тебе даже удочки положить некуда. По правилам же они не могут выходить за зону. А ты даже здесь положить их не можешь, потому что там не пройти ничего, там заросли. Организатор должен подготовить берег. Он должен быть чистый. Сейчас уже срубили, туда. Не должно мешать спортсмену ничего. Расположиться в секторе комфорта. Здесь налицо не очень удобное расположение спортсмена. То есть он может сесть, но снасти будут в чужом секторе, что запрещено правилами. Соответственно, чтобы спортсмен удобно расположился в своем секторе и не нарушал правила, спортсмену лично приходится готовить себе сектор. Что обычно на всероссийских соревнованиях, да и на любых региональных делают организаторы. Тормозов нету тут, Лёх, да? Назад падай. Дай только на тебя облокочусь, а то я сейчас... После жеребьевки идем... ловить рыбу. Все по классике жанра, особо ничего нету. Единственное, что можно еще маленькое совещание устроить, когда уже все, ну, все собрано, пока кто-то уйдет на жеребьевку, можем еще немножко обсудить процессы, как там, ну, нюансы. Например, штиль сегодня, там, может, блок полегче, может, там, еще что-то. Ну и все. Первые минут 30-40 конвейер смерти на штекер. У всех? Нет. У меня и у него. Больше ни у кого. Он, потом, значит, я, Зверев и Женек сидели. Мы так три молодца одинаково с лица. В общем, в итоге на штекер в моей зоне, то, что я видел, поймали, наверное, 4 или 5 рыб. Все мы. Я не увидел даже абсоса вообще. Абсоса совсем. Я потом 0,6 грамм поставил поплавок. Он такой, знаешь, там уже его так... Знаешь, там по-всякому, там, знаешь, уже сос, не, ноль эмоций. Сделал 3 точки, закормил нормально штекер, закормил 9-метровый штекер, ну, закормил туда, положил 4 шарика, и закормил матч. За первый час у меня было, наверное, порядка 15 рыбок, я считал по количеству рыбок, на штекер. В1, В2, В3 однозначно рыбы больше. Было сегодня. Это мы там сидели. Да, мы там тренировались. Там, видимо, из-за того, что либо мы тренировались, либо вообще чего-то там есть, она там тусуется больше. Вот я кормил, в принципе, там и по 3 шара стрелял, рыба клевала. Вот даже когда кормишь, она клюет. В процессе попадания шара. Да. Попадаешь, она клюет сразу. Вообще, в принципе, ты ее ловишь. Ты закормил 3 шара, вот прям вот четко попал их, и начинаешь ловить. Поклевка есть, там, знаешь, мимо, там сход на точке, знаешь, там, ну... Движение. Она не убегала никуда. А потом был такой момент, вот Лёха как раз ко мне пришел, вышло солнце, и у меня просто выключила рыбу. Вот просто ее выключила. Ну, ее выключила у всех. Они на штекер вообще, соседи вообще поймать не могли. Если ты делаешь одну проводку, поднимая оснастку вверх-вниз, и у тебя никто ничего не обсосал, рыбы нет. Попытался сделать черкаша, не понравилось, добавил еще 10 сантиметров, думаю, получилось пол поводка на дне. Поставил самый тонкий поводок, который у меня был, 0,8, с 20-м крючком, один мотылика. Вся рыба в заглот, стабильные ровные поклевки. И вот если ты сделал одну проводку, ну, грубо говоря, вот ты поднимаешь, ну, все равно немного сносит же, вот это, понимаешь, и у тебя ничего не клюнуло, нету рыбы там, точно. Кормил я, естественно, ну, как мы делали, одна прикормка для штекера без грунта, вторая для матча с грунтом. Я кормлю, и понимаешь, там, ну, нету ничего. То есть я там, я час сижу без поклевки. Раз вот такая рыба должна клевать, особо у нас никого не клевало, но вот я сижу там практически, я уже начинаю, ну, хватаю штекер, тоже нету. Опять на матч перехожу, тоже нету. Там левее, правее поискал, на эти камни бросил, блин, тоже нету. Ну, думаю, не, нифига, все. Я сейчас соберусь и буду по 2 шарика штекерной прикормкой кормить.
Потому что вот с грунтом, ну, как-то вот чувствую, ну, у меня интуитивно что-то не то получается. Я беру эту прикормку и начинаю так методично, ну, целюсь, знаешь, как в тире последний раз в жизни стреляю. Ну, хорошо стал попадать, так, знаешь, так, ну, вот когда собираешься, опа, поклевочки пошли. А минут через 30 кто-то взял матч. И начался такой же конвейер на матч. И он продолжался 30 минут. То есть мы реально всю рыбу поймали за первые полтора часа. У нас было, грубо говоря, по килограмму. Она стояла. Да, да, да. Да, она стояла, и она ловилась. И мы ее просто выловили, и больше не было рыбы. Прикормку не сильно лепил, не делал из нее камни. Попадал, а вода распивалась. Столбом, да. И такие делал. Ну, как бы, потому что если он совсем, то не достреливал. Как бы рогатка была на пределе, лепил тут до предела, она уже там с обрезанной резиной, и потом в итоге она у меня порвалась. Большие шары такие делал достаточно. Да, рогатка уже просто резаная, резина уже короткая на ней, и ты не растянешь уже, понял? Запасная рогатка. Если ты там закормил квадратно гнездовым, ничего не получится, я более чем уверен. Потому что все, что я поймал прям в точке, куда попал шары. И ты единственный, кто кормил матч без грунта. Вот я считаю, что ну, не нужен там грунт. Я пробовал без грунта кормить. В принципе, прикормка хорошо лепится. Да. Лепится хорошо и хорошо. Если даже без воды, то есть тот состав, который у нас, он хорошо лепится. Да, там много лишний. Бисквита, да, он да, липкий. Он нормальный. Я считаю, давайте по парню без грунта завтра. Ну, не нужно здесь грунта. Давайте решить. Каждый решит для себя. Не, ну как что... решит? Ну, потому что у меня с грунтом работало идеально. А ты без грунта пробовал? Пробовал. Я после этого вырубил рыбу. Я пробовал и так, и сяк, и наперекосяк. Ну, что только не бросал. Эффект одинаковый. Я сегодня кормил ближнюю дистанцию и землей, и чисто штекерной без земли. Умирают нет. Одинаково? Нет, понятно, но знаешь, здесь еще важно верить в то, что делаешь. Поэтому да, вот это вера. Рыбе здесь, она неразборчива однозначно. Может быть. Но если я буду верить в это, то мне будет проще, знаешь, ловить. Я сегодня считаю, что 4-8 рыб – это огромный плюс к твоему общему улову. Где ты их поймаешь? На 7 колен штекера, на 13, на матч, где угодно. Но надо все, что только в воде движется, надо все вытащить. Взял матч. Ну там, минут через 40, наверное, через полчаса, не помню. Забросил, сразу тянул окуня. Громко кричу: я рыбу поймал. Это, по-моему, была первая рыба, которую вообще поймали вот так вот. Я крем, ну, все, типа, ничего себе, рыба, говорит, покажи. Я думал, может, там окуни живут. Нифига они там не живут. А там жила оснастка какого-то такого, знаешь, этого матерого созанятника. Знаешь, такими с короткими поводками, вот этими крючками. Да, я ее достал оттуда, представляешь? Причем свежая. Такая, видно, что там буквально несколько дней назад ее потеряли. Не то, что там, знаешь, прошлого года лежит. Понимаешь, там ее человек оставил. Там такие, знаешь, плетнё такое там было, там ее оборвал. Вот. Поэтому мне пришлось ловить, ну, правее там, ну, плохо, потому что натило течение, левее. Слушай, я забыл это. Я что, короче, вот у меня не было клёва. Не ловилось. Плохо ловилось. Ну, да. Переводчик. Оставь этот кадр. Я забрасываю матч через 2 часа в течение, там, не знаю, там, 5-10-20 забросов, а у тебя мотыль живой. Да. Вообще живой. Нету никого. Сижу, не клюет-то вообще. Вытаскиваю все целое. Не клюет. Думаю, попробую опарыша. А. Закидываю опарыша. На матч. Слышу. На матч. Одного, да? Да, на рыбок или закончик. Ну, придумаем. Попробую, не клюю, белого, попробую, красный. Да, красного. Красный только. Там вообще небольшой. Одну штуку. Пах, утонул. Есть. Думаю, ну, да, думаю, случайно. Закидываю. Я 8 или 10 рыб поймал подряд. Единственное, что я потом догрузил, что у меня от антенки торчал буквально вот такой вот кусочек, потому что на матч поклевки, может быть, тоньше антенну надо, хрен ее знает. Но поклевки это даже не поклевки, его не утягивает, а просто держит, притапливает. Чуть-чуть притапливает. Держит. Да. Подсекаешь, а она уже заглот. Короче, снял клипсу. И насколько сил хватило. Насколько сил хватило. Ну, не то, что я мог бы еще дальше, но там просто я поплавок не увидел бы. Забросил там в районе 40, может быть, 45, я не знаю. Я завтра только посчитаю, ну, по оборотам. Блин, так получилось бомбически закормить. Самая мощная дреновская рогатка изо всех сил. Ну, маленькими шариками. Ну, как маленькими? Я там, блин, ну, какие налепились? Какие? Ну, рукой одной. Да, одной. Я прям попал, прям, ну, грубо говоря, 3 метра. Прям вообще офигенно попал. А, еще солнышко выглядывало, красная антенка, желтая антенка, она прям горела. И... через там, 10-15 минут я туда перешел на эту дистанцию и поймал минимум полкило там. Минимум. Я поймал 200 грамм плотву. И плотва там больше, чем вот ближе. Крупнее. Да.
ну там просто никого не, никто не ловит. Если взять фидер на основу, там в такой дистанции там никто не ловит вообще. И ты просто бросаешь, грубо говоря, в поле, где никого нету. И вот это поле, оно оп, и сработало. Как происходит на всех соревнованиях всегда, международных. Ухудшается. Нет. Второй тур всегда стабильно. Всегда стабильно. Плохо стабильно. Вот что я бы завтра сделал? Я бы завтра сделал однозначно 4 литра прикормки и 4 литра земли, потому что мне прикормки мочевой не хватило. Я вот выстрелил все, что у меня было. Попробовал один раз докормить обычной прикормкой без земли. У меня было ощущение, что у меня в этот момент все выключило. Мое ощущение. Надо стараться максимально любую рыбу из воды вытаскивать всеми возможными способами. Ну и на самом деле смех смехом, стыдно звучит вот такую плотвичку подсачивать, но 40-50 грамм плотва, это, простите, это громадный прилов. Да. Короче, полповодка на дне, очень точное кормление, без грунта, один мотылик, два мотылика пробовал, или абсос, или ничего вообще. Uh-huh. На одном вот мотылика брала. Но рыба вся мелкая и такая смешная. Ну, клей под одну такую поймал, правда, красивую. По количеству я не поленился, посчитал рыбы. У меня получилось 27 окуней и 22 плотвы. С одной стороны, доставать хочется все что угодно. С другой стороны, ты великолепно понимаешь, что плотва тебе дает больше вес. И когда ты ловишь подряд 3-4-5 окуней, а сосед ловит 2-3 плотвы, ну, это начинает напрягать. Ну, давайте так, по выводам, прикормки у каждого все равно сложились более-менее какие-то ощущения, кто хочет землей, кто не хочет, не принципиально. Корм работает, вони никакой добавлять не нужно на матч. В общем, Юр, при всей твоей любви к толстым поводкам, тонкие поводки, ну, все-таки... Восьмерка. Мелкий мотыль там все перевернул, будет хороший, и крупный тоже. Ну, отлично. Опарышись, я брал баночку, я ее даже не открыл сегодня. Я не открыл. Нет, это про опарыш, не надо забывать. Нет, просто. Я сегодня сидел, говорил, мне клиент говорит, попробуй опарыш, а что, вдруг? Я первая покупка такая. И рыба, блин, ну дура, на дуру какая-то. Блин, еще одна. Вова, еще одна, у меня сегодня другое было. Я сегодня первый раз, по сути дела, в жизни ловил с желтыми антеннами. Когда солнце встало со спины, она просто горела. Лёха говорит, Лёх, посмотри. Он смотрит, о, я вижу, сейчас камеру наведу. О, поклевку видно, на камеру поклевку. Ух. У меня тоже, кстати, да, Лёха, видно было антенны мои, блин. Прям хорошо. Такие они аж горели, блин, зеленые. Ладно. Какие у меня блатные часы. А сколько они времени показывают? О, братан! 240, 215, 240. Все, ладно. Володя, ложись скорее.